Российская империя – это зло, которое должно быть уничтожено. Российская империя, я надеюсь, эта война, которая сейчас ведется ею против Украины, это последняя империалистическая колониальная война Российской империи, которая действительно залила кровью Кавказ, Украину, которая осуществила геноцид черкесов, чеченцев, ингушей, сегодня украинцев в 30-х годах, сегодня опять осуществляет геноцид украинцев. И это все нужно прекратить. Путь к этому только один. Деколонизация России, деимпериализация. Кавказ, он свободен. Народы, которые Россия подавляет столетиями, имеют право на определение. И чеченцы сражались за свою свободу мужественно годами. И только навалившись всей своей количеством, я бы сказал, на Чечню, Россия смогла ее подавить. Но я уверен, что стремление к свободе в сердцах чеченцев сегодня так же велико, как и раньше. И уверен, что вы добьетесь своей свободы, а мы, как Украина, будем вам в этом помогать, как мы уже признали на национальном уровне. Мы первая такая страна, которая официально признала Чечню сегодня оккупированной Россией и геноцид чеченского народа. Ичкерия марша. Алексей, спасибо вам большое за то, что вы делаете для нас, за то, что вы делаете для нас всех, и для Украины, и для чеченцев, и для кавказцев. Очень примечательно то, что вы сейчас находитесь на конгрессе черкесов. Так как вы возглавляете межфракционное объединение Верховной Рады, и надеемся, что также последует признание черкесского геноцида. Они заслуживают этого. И это все запустит процессы, которые позволит мировому сообществу оценить все злодеяния России против человечества. Спасибо вам большое. И также... Спасибо. И рядом со мной вот один из представителей Черкесской Федерации. Можно представьтесь, как раз наши друзья из Чечни сказали, что они абсолютно поддерживают принятие решения о признании геноцида черкесского народа. Им очень приятно, что я их приветствую вместе с черкесами. И вот если можно от лица черкесов тоже дать несколько слов, поприветствовать чеченцев. Да, приветствую. Салам алейкум. Алейкум салам. Отца всех черкесов хочу выразить как бы приветствие и сказать добрый путь. Нас ждут большие дела и за свободу Кавказ. Спасибо большое. Спасибо вам тоже большое. Мы не знаем, как зовут нашего черкесского брата. Спасибо большое. Надеемся, что ваша работа будет. Меня зовут Косакин. Я родился и вырос на Кавказе. Сейчас работаю. Спасибо, Косакин. Надеемся, что ваша работа будет продуктивна и будет иметь последствия, которые нам позволят деоккупировать и Черкесию, и все черкесские народы вернуться на свою историческую родину. Спасибо вам. Спасибо. Алексей, вам также спасибо и до новых встреч. Алексей Гончаренко, это депутат Украины,